Для недавно открывшегося парка «Раздолье» нынешний зимний сезон первый. Он стал одной из основных площадок проекта «Зима в Подмосковье». 8 декабря здесь открылась резиденция Деда Мороза. Кроме того, запланировано множество праздничных мероприятий для проекта «Активное долголетие». Гостей парка любого возраста ждут яркие анимационные программы, мастер-классы в мастерской Подаркова, квесты, шоу, фестивали, спортивные развлечения и многое другое.